Мост в Крым будет строить компания Аркадия Ротенберга. Прежде чем выбрать подрядчика, Минтранс рассмотрел предложение более 70 претендентов. В апреле начнутся подготовительные работы. Новая железнодорожно-автомобильная переправа через Керченский пролив должна быть готова к концу 2018 года. Общая длина составит 19 километров, ориентировочная стоимость 230 миллиардов рублей. Вадим Хуланхов собрал всю информацию о проекте. Строительство моста в Крым начнется уже в этом году. Сегодня премьер подписал документ, которого ждали с таким волнением, и можно с уверенностью говорить, уже в 2018 году Крым будет связан с остальной частью России уникальным инженерным сооружением. Это действительно очень инженерно сложный объект. Там очень сложная сейсмика, ветровые нагрузки, ледовая обстановка, особенно в осенне-зимний период времени, шторма случаются, поэтому спроектировать и построить такой объект может очень квалифицированная компания, имеющая определенный опыт реализации подобных проектов. И такая компания нашлась. После тщательного отбора правительство и Росавтодор остановили свой выбор на принадлежащей Аркадию Ротенбергу фирме «Стройгазмонтаж». Сам Ротенберг в интервью «Коммерсанту» признал, что это, вероятно, последний для него проект такого размаха. Это трудный проект в любом случае, даже просто технологически, но с другой стороны, этим он и интересен. При всем том, для меня это точно хорошая история. Рад, что правительство приняло положительное решение. Как я уже сказал, для меня это, видимо, заключительный большой проект, и не с целью зарабатывания денег. Он, если позволите, мой вклад в развитие страны. О необходимости строительства моста через Керченский пролив говорили еще в советское время. Но после того, как Крымский полуостров вернулся в состав России, стало ясно, что тянуть больше нельзя. И дело не только в связи с большой землей. Стратегический объект для Крыма, важный как воздух, никаких сомнений нет, что решит вопросы транспортной доступности для полуострова. Ну и, конечно, плюс это рабочие места, покупка расходных материалов на территории республики, новый толчок к экономическому развитию. Никаких сомнений нет, что решение этого вопроса, конечно, сдвинет с места застоявшиеся процессы в тот период, когда Крым находился в Украине. Стоимость проекта уже оценили в 228 миллиардов рублей. Ротенберг уверен, за рамки бюджета выходить не придется. И это при том, что мост будет двойного назначения, как автомобильный, так и железнодорожный. Но эксперты едины во мнении, что современные технологии и грамотное приложение ума вполне позволят справиться с такой работой. Но несмотря на то, что там мощные глинистые отложения глубиной там до 60-70 метров, якобы раньше нельзя было строить эти свайные сооружения. Сейчас инженеры разработали, так сказать, варианты строительства свай шатрового типа, которые дают возможность обеспечить полную безопасность и устойчивость этих сооружений. Еще одна особенность проекта – военная история Крыма. Великая Отечественная, а до этого британская интервенция, не прошли для полуострова бесследно. И сегодня, чтобы начать строительство моста, приходится обращаться к саперам. На этом участке во время Великой Отечественной войны велись очень интенсивные боевые действия. Там очень большое количество неразорвавшихся снарядов, мин. И необходимо подготовить территорию в этой части. Строительство такого объекта – задача хоть и уникальная с инженерной точки зрения, но вполне осуществимая. У отечественных строителей уже есть подобный опыт – наведение моста на остров Русский. А тихоокеанский климат посуровее Черноморского будет. Ситуация как бы усложняется, пытаются вот усложнить эту проблему. На самом деле это все решается достаточно устойчиво, стабильно и хорошо. Открыть движение по мосту планируют уже к концу 2018 года. И тогда можно будет забыть о многочасовых ожиданиях парома и огромных очередях. Вадим Хуланхов, Светлана Шишкина, Эдуард Арцебуржинский, 5 канал.